Ефір телеканалу «Білорусь-4» розпочинає інформаційний випуск телерадіокомпанії «Гомель» у студії Наталі Ігнатенко. Доброї раниці. Сьогодні відбудеться 15-та сесія Гомельського обласного совєту депутатів 27-го скликання. На розгляджені винесені три основні питання – виконання інвестиційної програми регіону за 2015 год і задачі по притягненні інвестицій на 2016. До того ж, буде обмірковуватися можливість змінення межа міста Гомеля і Гомельського району. Подробязності у наших наступних випусках. Гомельське обласне об'єднання профсоюзів, обласна ветеранська організація і комітет БРСМ упершиню підписали погоднення об супрацовництві. У гэтым документі баки окреслили накірунки ефективне узаємодзеяння, по яких може принести найбольш значну користь жыхарам регіона. Олег Сінцров поцікавіўся перспективами. Основный накірунок работы на першапачатковом этапе – подтримка ветерану войны и працы. При этом, по час совместного посяджения трех громадских организаций в области подкресливается, размова не идея об неких значных финансовых укладаниях. Тем больше, что держава в этом плане робит шмат, а за удельниками великой чины замацаваны не только социальные работники. Больше внимания именно задействовать все общественное на работу с этими ветеранами. Мы здесь средств практически не предусматриваем. Если будем находить, мы ее будем давать. Но это именно внимание, чтобы каждый ветеран был в кругу своих знакомых, друзей. Сярод запланаванага – уключэнне ў калектыўныя дагаворы мер па адраснай сацыяльнай падтрымцы ветэранаў. На ўвазі маецца, напрыклад, дапамога ў забеспячэнні палівам людзей, якія пражываюць у прыватных домаўладаннях, а таксама працоўка іх прысядзібных участкаў, дапамога ў набыцці лекавых прэпаратаў і сельскагаспадарчай прадукцыі. Апрача таго, прадугледжваецца правядзенне напярэдадні 71-й гадавіны перамогі сумеснага месячніка па добраўпарадкаванні месцаў воінскіх пахаванняў. На Гомельшчыне, дарэчы, такі вопыт ужо ёсць. Напевно, одним из самых значных проектов, над реализацией которого в прошлый час працавали громадская организация Гомельской области, стала реконструкция помника героям-комсомольцам, а так само территории, якая до его прилягая, у вогуле идея належить областному объединению профсоюзов, які выдаткову на гэтай мэты больше як 1,5 мільярда рублёў. Потом идею подтримали так само областные организации БРСМ и ветеранов. Пэўныя напрацоўкі па работе с ветеранами сегодня есть во всех громадских организациях. БРСМ не выключение. При том, что для самих молодых людей такие взносины так само могут быть корыстными. Почуть правдивые успамины об истории своей малой родимы от непосредных удельников падей – это вельми действенный элемент патриотичного выхования. Чтобы молодежь знала о том, как это было, чего это стоило и ценила это. Потому что если вот эту нить потерять в связи, то буквально через одно поколение это все забудется и можно будет запросто переписать историю. Погоднение о сотрудничестве помеж Гомельским областным объединением профсоюзов, областной ветеранской организации и БРСМ различено на 5 годов. С уликом этого баки не выключают махчимости дополнения документа новыми накерунками. Уречьте, мета громадских организаций – допомога у вырашении задач, которые наибольш актуальны для громадства на даденном этапе его развития. Он будет обретать, так сказать, определенное направление при проведении таких специальных каких-то крупномасштабных акций. Вот. В принципе, у нас не было разделенного никогда. Мы всегда находили, так сказать, взаимопонимание. Но здесь мы бы хотели просто лишний раз подчеркнуть и показать консолидацию наших сил. Олег Сентюров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Сегодня с 12 до 13 годин отбудется прямая телефонная линия по пытаниях деятельности областной держаутоинспекции. Отказывать на звороты громадян будет начальник УДАИ УУЗ Гомельского облвыконкама Игорь Александрович Макушенко. Звонков чекают по номеру телефона у Гомели 68-31-53. Сегодня отбудется пленум Гомельского областного отделения громадского объединения «Белорусский фонд миру». На парадку дня – выники работы за минулый год и вызначение задач на 2016. До удела у пленуме запрошены так само представники выконавчей улады, керавництва высших и средних специальных научных установ. На обмеркование вынесены темы миротворчести, пропаганды працавитости, усталявания и поширения международных сувязей с громадскими организациями приграничных районов нашей области. 100-годовы юбилей отзначила мазыранка Оксана Тимофеевна Белоножка. Святкование прыгожай даты проходило у семейным крузе. Одним из головных подарунков юбилярцы стал новый пашпорт. С подробязностями корреспонденты телеканала «Мазыр».
Звичайно, жанчыны не любяць агучваць свой узрост, але толькі не ў гэтым выпадку. Бо Оксана Тимофеевна Беланожка святкуе векавы юбілей. Павіншаваць юбілярку прыйшлі не толькі шматлікія родныя, але і прадстаўнікі ўладаў і грамадскіх арганізацый. Наверное, самый прекрасный юбилей, который может ожидать человек столетний, и достигают его самое достойное. Те люди, которые заслужили своим трудом, своим воспитанием, своим терпением. На ваш век выпало, конечно, много всяких напастей и невзгод. И то, что вам пришлось пережить в годы лихолетия, в годы становления, конечно, заслуживает уважения. Оксана Тимофеевна народилась в 1916 году на Украине. Нелегкий час, нелегкий лёс. Старейший сын появился всего за несколько месяцев до начала Великой Отечественной войны. Голод, блокады, все это с маленьким детем на руках. Муж офицер служил у Червоной армии. Выжили, справились, после обновляли разбуранную Украину. Филолог по эдукации долгий час Оксана Тимофеевна выкладала у крымской школе. Потом переехала в белорусский Минск. А знаковый юбилей означает уже у Мазары. Вот такая житевая география. До речи, 100 годов – это не просто свято, это круглая дата, когда треба менять пашпорт. Новый документ стал одним из головных подарунков. А вам желаю, чтобы вы дожили до такой даты. Вы даже не будете замечать, как вы доживете. Дожили и за этим столом посидели. И вас, чтобы вас поздравляли. Желаю вам всем, всем, всем. Спасибо, дорогие мои. Я очень и очень рада. Виктория Сяницкая, Светлана Грудькович, Ярослав Прописнов, телеканал «Мазыр», специально для телерадиокомпании «Гомель». Новый литературно-мастацкий клуб «Лира» запрошает на свои встречи аматоров творчести. Творчее объединение открылось на базе специализованного отдела для неведущих и слабоведущих людей библиотеки филиала номер 5. Вядома, великая частка наведвальников – люди, у яких есть пэўныя проблемы со зроком. Але чекают тут, как у якости глядача, так и у роли промоцы кожного жадаючага. На первом приеме у импровизованном арт-кафе гостем был режиссер и актер областного драмтеатра Сергей Пазняк. У программу открытия так само увайшли музычные нумары с уделом членов творчего объединения «Лира». У дальнейшем клуб плануе проводить встречи как с вядомыми литераторами, так и с самодейными авторами, музыкантами, мастаками, майстрами, декоративно-прикладной творчести. Членов этого клуба объединяет любовь к прекрасному. Творческое начало – это подарок от Бога, которым мы все пользуемся и отдаем его, дарим друг другу и людям. У музея истории города Гомеля в рамках проекта «Знакомый и незнакомый Гомель» працуе выстава под названием «Вышиваючи венецианским шклом». У экспозиции представлено больше, как 25 работ трех гомельчанок – Ганны Вакер, Светланы Никитиной и Сандры Остапенко. История бисеру началась еще в старожитном Египте. Особливую популярность шитьё бисером набыло в 19-м стагодзе. Зараз протягивая завоевывает сердце людей. Работы, представленные на выставе, яркое подтверждение популярности вышивки венецианским шклом. Сюжеты картин лаконичные, колеропередача полная веселкового светла. Сами работы робят наведвальников музея приналежными радости творчести и озарают выставочную простору светлом. Результат мастериц всегда радует, поэтому они с вдохновением принимаются каждый раз за новую работу. Это процесс, судя, опять же, по словам мастериц, на котором невозможно остановиться. Если однажды ты увлекся вышивкой бисером, то это, можно сказать, уже практически навсегда. У Гомеля прошел калядный баль православной молоди. Мероприемство было проведено по благословению епископа Гомельского и Жлобинского Стефана. Организаторы врачистого балю, отдел по работе с молодью Гомельской епархии и православное молодежное братство при приходе храма святого преподобного Серафима Саровского. Вероника Ворошилина протягне. Баль православной молоди на Гомельщине ладится раз у полгода у гонор двух великих святов – Рождества и Великого дня. Все лето это масштабное видовищное мероприемство объединяло у танцы каля 400 удельников из разных городов Беларуси. Бал направлен не только на православную молодежь, которая посещает храмы. Это мероприятие открыто абсолютно для всех. Любой желающий может прийти и спокойно принять участие. У программе баля урочистый танец шестья полонез, шматликие вальсы, средневечные, замежные и массовые танцы. Разные по стилю, они объединяют кохание и натхнение, почутия, которые связывают хореографию усих эпох. Бог.
Антураж палацавай эпохі падкрэсліваюць і святочныя ўборы ўдзельнікаў. Усе дзяўчаты ў пампезных вячэрніх сукенках, хлопцы ў элегантных касцюмах, смокінгах або параднай вайсковай форме. Я участвую уже третий год подряд, и каждый раз, когда одеваешь замечательное вечернее платье, танцуешь с парнями во фраках, либо красивой форме военной, чувствуешь себя принцессой. Все это происходит наяву, а ощущение, как будто это сказка. Репетировать танцевальные нумары удельники балю почали еще полгода тому. С ними занимались профессийные хореографы. До речи, для тех, кто трапил на баль без попередней подрыхтовки, по час мероприемства был предугледженный майстер-класс. У всех жадающих тут вучили основным кроком бальных танцев, а так само мастерству отчувать музыку, такт и своего партнера. Православный баль – свой особливый отголос минулого и одночасово вельми удалая форма работы с молодью. Бо это уникальная махчимость перенять лепшие манеры поводинов, нормы и правила этикету и пропустить про себе вековые традиции наших продков. Вероника Ворошилина, Яуген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». У гэтым годзе гомельскі клуб аматараў зімовага плавання адзначае юбілей 55-годдзя. Арганізацыя аб'ядноўвае 30 аматараў зімовага плавання. Месца збора традыцыйнае – цэнтральны пляж. За заплывамі маржоў назірала наша здымачная група. Чым халадней, тым лепш. Па словах аматараў зімовага плавання, ныраць яны гатовыя пры любым надвор'ем. І чым ніжэй тэмпература паветра, тым камфортней у вадзе. Самому маладому члену клуба за 30, старэйшаму 75. Большасць пенсіянеры. Купаюцца традыцыйна на цэнтральным пляжы. Тут ёсць памяшканне, дзе можна сагрэцца. Перапрануўшыся, маржы накіроўваюцца да вады. Нядоўгі заплыў, пасля чаго неабходна хутка абцерціся рушніком, каб не змерзнуць. Потым абавязковая прабежка. З вопраткі таксама толькі купальніка. Асаблівай падрыхтоўкі перад тым, як зайсці ў палонку, не трэба. Галоўнае – пераадолець страх. Самае главное, когда у вас созрет здесь, чтобы вы это самое в голове решили этим заняться, посмотрели на старшее поколение, как они это делают, и у вас все получится. Если какие-то боятся, что ой, я залезу в воду, сразу умру, там это все это не так, это неправда. У нас не было такого случая, чтобы кто-то взял и вот окунулся и заболел. До маржавання гомельскія аматары зімовага плавання прыходзяць рознымі шляхамі. Распаўсюджаны сцэнарый першы раз паспрабаваў на хрышэнні і спадабалася. Калі не злоўжываць гэтай працэдурай, то купанне ў халоднай вадзе шкоды здароўю не нанясе. Наадварот, як азначаюць самі маржы, зімой ніхто з іх не хварэе. Если человек скажет, что не мерзнет, такого не бывает. Дело в том, что все равно будет дрожь. Это реакция организма какая-то. Но это все проходит. Это все проходит, это все великолепно, то есть чувствуешь себя бодро. Греются после заплыва выключно горячим чаем, никакого алкоголя и цигарет. Маржаванне и шкодные звычки несумяшальные. Удельничают и у споборництвах. У листопаде вернулись с медалями за республиканского фестивалю «Белгард Шоу». Прихильников купания у ледяной воде у Гомеле немало. Накромя клуба аматоров зимового плавания, есть еще одно сгуртование. Физкультурно-оздоровленший клуб «Гомельские маржи». Есть и маржи-одиночки. Максим Савин, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». І на гэтым наш ранішні выпуск завершаны. У студыі працавала Наталья Ігнатенка. Усяго добрага і да новых сустрэч у ефіры.